Первый республиканский конкурс среди работников сельского хозяйства был организован по поручению главы региона Рашида Тимрезова с целью подчеркнуть значимость их нелегкого труда и популяризировать владение этими специальностями. В начале соревнований всех участников и гостей конкурса от имени главы приветствовал председатель правительства Карачаево-Черкесской республики Аслан Озов. Он пожелал всем успеха и достойного выступления. Сельское хозяйство Карачаево-Черкесской республики на протяжении последних лет демонстрирует стабильные темпы роста экспорта сельскохозяйственной продукции, насыщение российского рынка качественными продуктами питания и увеличение инвестиций в АПК. Главная наша задача – системно наращивать эту эффективность, продуктивность и конкурентоспособность. Принять участие в этом конкурсе могли все желающие. Состязание проходило в два этапа. Первый был на проверку теоретических знаний, а во втором этапе конкурсанты должны были продемонстрировать все свое практическое умение в вспашке земли. По мнению руководителя профильного ведомства, рабочие профессии агрария сегодня являются основой всего сельского хозяйства. А проведение подобных конкурсов позволит привлечь больше молодежи в эту сферу деятельности. Сама суть сельского хозяйства именно в каждодневном труде от зари до заката именно вот простых тружеников села, таких вот как пахари, те же самые комбайнеры, потому что если без их труда сама отрасль не может существовать. И вот сама профессия пахаря – это, наверное, одна из самых первейших и самых древнейших профессий на земле, потому что именно сама суть сельского хозяйства, наверное, зарождалась именно с этого, то есть возделывание земли. По итогам конкурса лучшим из 12 претендентов стал тракторист из Ногайского района Рамазан Кумуков. По мнению экспертной комиссии, именно его участок был вспахан лучше всех. Благодаря своему богатому опыту и моральной поддержке Рамазану удалось показать все свое умение. А ведь о конкурсе он узнал совершенно случайно, во время работы. Мы на пахоте были, работали, пахали землю. Ну, говорят, надо ехать. Ну, вот поехал, приехал сюда. Ага. А вот сегодня вот вы... Даже не знал, что так будет, ага. Честно. Вот победа для вас, что сейчас чувствуете и вот значение для вас? Ну, как можно? Дорогие друзья, я приглашаю на сцену. Все хорошо. Даже не знаю, что сказать. Спасибо большое всем. Все участники соревнований были награждены дипломами от Министерства сельского хозяйства, а тройка призеров получила денежные призы. Своими выступлениями и концертными номерами заслуженные артисты и коллективы республики поддерживали праздничное настроение всех присутствовавших. Мадина Лайпанова, Заур Лиев, Архыз 24.